Дорогие ломоносовцы, я всех поздравляю с началом учебного года. Пусть этот год будет удачный для всех. Новых нам успехов, новых свершений, самых талантливых детей. Я очень мечтал зайти в школу, посмотреть мой класс и посмотреть мой шкафчик. У меня здесь учится старшая сестра, и я тоже пришла. Первый день я была очень рада в школе. Я перед тем, как пойти в первый класс, мне сначала было страшно, потом я хотела. Но вообще мне весело и хорошо. Желаю первоклассникам всяческих успехов. Пусть им по жизни светит зеленый свет. Пусть они гранит науки едят с удовольствием, как сладкую карамель. Пусть этот год запомнится приятными, радостными моментами, успешными моментами, самое главное. Ну и в бой с новым учебным годом. Ребят, впереди замечательный год. Больше приключений, больше оптимизма, энергии, ну и, конечно, праздников, о которых не будут знать родители. Хотел бы пожелать вам, дорогие учащиеся, легкого и интересного учебного года. Good luck and have fun! Чтобы наши с вами дети приносили нам с вами и родителям, и вам, преподавателям, только исключительную радость. Чтобы Ломоносовская школа, как всегда, как и в прошлые года, побеждала на всяких олимпиадах, конкурсах и так далее. Быть открытыми к знаниям, открытыми к общению и поглощать и впитывать все, что можно, потому что в их возрасте это делается успешнее и быстрее всего. Чтобы они учились на одни пятерки и чтобы у них все получалось. Побольше улыбок, позитива и хорошего настроения. Я желаю вам также провести целый год с улыбками, радостью, хорошим настроением и труд, чтобы шел только вам на пользу. Успехов, процветания, терпения и хороших оценок. Желаю, чтобы учителя были довольны своими воспитанниками, своими учениками. Ну и, соответственно, была гармония. Мне очень хотелось вручить колокольчик малышам, потому что это не просто какая-то традиция, но это и действительно оставляет большой осадок в душе, как будто даешь часть себя.